Итак, друзья, заехали мы на пляж. Опять же, муниципальный пляж, городочек Айдинчик. Ну, вот с этого кемпинга как бы мы начнем свой рассказ, как бюджетно отдохнуть в Турции и не платить деньги. А вы подписывайтесь, ставьте лайки. Вот он такой пляжик. Прямо около реки, но все здесь очень уютненько. У моря. Ой, у моря. У моря, у вот дороги. Очень зеленая территория, очень зеленая зона. Сейчас покажу. Со скамейками, со столиками. Аллея очень зеленая, с раскидистыми деревьями. Ива, сосны. Там даже есть инжир с ягодками. В принципе, дорога недалеко, но она не так загружена. И поэтому шум небольшой от дороги слышен. Ну, как бы, я думаю, что спать будет, в принципе, нормально. Вот там душ. И раздевалка, переодевалка. Да. Какое здесь шикарное море, красивая бухта, очень красивая бухта. Каменистая, конечно. Дно каменистое. Но очень-очень-очень красиво, вода спокойная. Вот. И вот такая вот здесь зона отдыха, пикниковая зона. Есть детская площадка. Ну, очень красиво, очень нравится. Не знаю, будем ли еще дальше здесь жить, оставаться. Ну, в смысле, дальше. Сегодня будем оставаться. Посмотрим. Ну, я думаю, что очень такой привлекательный пляж. Бесплатный пляж, где можно отдохнуть. Вот приехали, еще один кемп-парк в Айдинчике. Совершенно другой, по-другому расположен, далеко от дороги, абсолютно далеко дороги здесь нет. И море другое. Море с песчаным пляжем, но тоже бухточка закрытая. Разделен на две зоны. Там, где можно машину оставить, как бы кемпинг такой для машин, зона машин. И палаточный. С беседками, есть беседки, есть душ. Ну, здесь специализирован именно кемп-парк, он тоже бесплатный, с душами, с туалетами, естественно. Там-то как бы зона барбекю, а здесь вот специализированный под ночлег. Вот я так полагаю, на выходных здесь, наверное, все заставлено в палатках. Итак, остановились мы в кемпинге, который находится вдалеке от трассы. После недолгих-долгих раздумий все-таки решили остановиться именно здесь. Да, кемпинг бесплатный. Вы подписывайтесь, ставьте лайки и дальше узнаете, почему мы здесь остановились, именно этот кемпинг выбрали. А также этот кемпинг будет последний или крайний, так скажем, в нашем путешествии в этом году из региона Мерсин. И далее мы поедем в Анталию. Анталия. Дальше. Регион Анталия, дальше по Средиземному морю. Смотреть другие кемпинги и вам показывать. Прошлись мы где-то примерно 150 метров от нашего кемпинге, от нашей стоянки. Здесь вот такая зона барбекю. Сюда проезжать нельзя на машинах. Ну, можно на день. Останавливаться на ночь нельзя. Это не кемпинг. Да, это зона барбекю, как везде в Турции есть. Здесь такой сосновый лес. Очень вкусный запах леса. Прям так пахнет сосной. Особенно хорошо в сосновом бору бывает весной. Из сосны летит пыльца, она опыляется, и она очень-очень полезна для дыхательной системы легких. Ну, а здесь просто приятный воздух. Он на солнышке нагревается, испарение эфирное. Просто как, не знаю, как в каком-то санатории курортном дорогом-придорогом. Да, есть вот то же самое. Здесь спуск к морю. Пляж песчаный, море вообще очень ровненькое, очень песчаное. Песок очень хороший. А также здесь располагается небольшой магазинчик, где кафе, можно кафешечка, что-то где купить. Ну, готовят, покушать. Есть также туалеты, есть туалеты также на пляже, души на пляже, да, и здесь в том числе, и там, где мы выбрались, также есть это все. Есть скамеечки, где можно посидеть. Береговая линия от этого кемпинга ведет непосредственно в городочек, который все это содержит. Это город Айдинчик. Айдинчик. Мы сначала называли его Айдинчик, но вот, скорее всего, почитали. Это Айдинчик. И вот эта береговая линия выходит к пляжу данного города. Вот такое дерево, очень интересное, своеобразное, что захотелось даже сфотографироваться. Рядом с этим пляжем еще есть такая достопримечательность, как пещера. Туда тоже можно сходить. Ну, наверное, больше лучше доехать и посмотреть на пещеры. Вот если видно, вот там форель плещется. Много ее, прям стайка целая. Маленькая, правда, ну. Прям сгрудились, скучились. Сидит человек, ловит рыбу. Вышли к городской инфраструктуре. Вот такая вот она здесь. Здесь тоже детская площадка есть. Можем что в заключение сказать, что пляж замечательный, кемпинг хороший. Что не хватает? Не хватает электричества, не хватает горячей воды и не хватает близкого подъезда к воде, к морю непосредственно. Машину ставить нужно немножечко вдалеке. Ну и по этим причинам мы этому кемпингу поставим оценку 7 из 10 баллов наших.
Изюминка. Есть это пляж, замечательная береговая линия, лес кругом, на пляже пальмы растут, день дают. Если вам понравился также этот пляж, как и вам, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь своими комментариями, это позволяет развивать наш канал. Приезжайте сюда отдыхать. Вот приехали мы на общественный пляж. Да, на общественный пляж, пустой практически, смотрим, но есть люди, приезжают, отдыхают. Скорее всего, это был пляж раньше платный. Да, это был платный пляж, вход сюда стоил где-то порядка 70 лир в прошлом году, сейчас. А он... сейчас почему-то он бесплатный. Здесь нет воды, здесь нет туалета, но есть посадка из деревьев. Рядочками растут деревья, что очень хорошо, поставить палатку или машину, и если позволяет кемпер, то можно отдыхать автономно. С водой, могу так сказать, больших проблем, наверное, не будет. Потому что вода здесь есть в любом заведении. Например, на заправке можно залить воды. Вот, кстати, душ наш. Мы залили сюда где-то, наверное, 15-литровая, наверное, канистра воды. Она нагревается, очень теплая, горячая, и вода идет не хуже, как на кипяток. Просто стала нагрелась. А туалет, ну, скажем так, кто-то решает для себя сам, как он будет ходить в туалет. У нас, конечно, есть свой туалет, поэтому мы не нуждаемся, скажем, в общественных туалетах. Ну, когда он есть, то хорошо. Ну, когда он есть, да. А если нет, то обходимся своим. Пляж находится рядом с мечетью. И мой адзин сейчас поет вечернюю песню. Переставили свой автомобиль ближе к морю, чтобы заряжать аккумулятор через солнечную панель получше. Проснулись мы, пообедали, поужинали, позавтракали. Все успели здесь сделать на этом пляже. Поспали, да. Прекрасная ночь была, тихо, машины не мешали. Утром разбудил только пение. Да, молитва, минарет. Здесь далеко находится. Вот он, минарет. Муэдзин. Пел в 5 часов. Молитву. Море очень хорошее, правда, каменистое дно, но в тапочках вполне очень комфортно купаться. Все замечательно, но 4 балла. Да, за 10 каждый. 10 лет каждый. Люба. 10 лир. Yes. 10. О, 20. 20. А, побольше. Он лак. Если принести. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы поедем дальше смотреть, изучать следующий пляж. Так, очередной пляж, Халк-пляж в городе Аяш. Это тоже муниципальный пляж, бесплатный пляж. Бесплатный. Бесплатный, остановиться можно. Там есть туалеты, есть вода, какой-то кафешка. Вот. Но там вот рядом дорога. Очень много купающихся, да. Отдыхающих, но все дневные. Но дорога рядом, как бы достаточно, наверное, шумно будет. Поэтому, скорее всего, наверное, мы здесь останавливаться не будем. Да и нет тени никакой, деревьев. Нет, тень есть вон там, вот, в принципе. Вот, но... Есть лежаки, скорее всего, можно пользоваться ими, раз они есть, стоят. Думаю, да. И море. Море песчаное, да, хорошее, в принципе. Там, где мы стояли, в Коджи, там каменное. На четверочку потянет? Наверное, потянет. Здесь есть цивилизация, есть туалеты, есть... Или даже на пятерочку, наверное. Наверное. Давай. Ну, да. Пляжу, халк, электричества пляжу, нет. Вояжу, наверное, пятерочку можно будет поставить. Если хочется, можно остановиться вполне. Вот мы приехали. Еще один пляж. Муниципальный пляж. Город Аяш. Бесплатный. Вот такой вот лягушатник здесь. Вода теплючая. Сентябрь месяц, середина сентября. Вода здесь по 30 градусов. Ходить не хочется. На дне песок. Песчаный пляж, классный пляж. Это бухта, волны практически никакой нет. Вот. И я зашел где-то метров в глубину, где-то метров на 70 по шейке было. То здесь вот пляж, можно с детьми купаться. Отлично купаться, загорать. И береговая линия, вот тоже чистая, песочная. Есть деревья, спрятаться от солнышка. Пока все нравится. Пока все хорошо, на денек мы здесь остановимся, дальше походим, посмотрим, вот, покажем. Но нет туалетов, нет воды,
Мусорные баки есть. Да, туалетов здесь нет, это, конечно, прискорбно, но когда-то они были. Вода была здесь когда-то, и туалеты здесь были когда-то, но сейчас этого нет. Ну, так. Пляж небольшой по площади. Море очень замечательное, оно мелкое. Для детей в самый раз, здесь много, поэтому приезжают детей, семьи с детьми. Уходишь достаточно глубоко в море, чтобы... Метров на 60, наверное. Метров на 60, чтобы встать по плечике. Но зато дно песчаное, очень приятно, и вода очень теплая, хорошо прогревается. Да, поэтому здесь дети с утра до ночи плюхаются. Пляж достаточно чистый. Ну, да, где он чистый, вот турки набросали все. Турки сейчас с утра, сегодня выходные, за выходные. А так, наверное, убирают, потому что, в общем-то, достаточно чистый. А есть где укрыться, есть деревья. Но деревья рядом с дорогой, поэтому стоять не очень удобно. А вот у воды очень хорошо стоять. Нет здесь воды, что очень плохо, нет туалета. Ну, естественно, горячей воды нет, нет электричества. Это, конечно, очень плохо. Но было здесь, все было, все стоит. Но сейчас нет. В общем, пляж из-за моря, песка, красивый. Бесплатности. Но я думаю, что он за счет вот этого фигвама, наверное, выше четверки не натягивает. Ну, пляж, наверное, выходного дня. Так приехать, отдохнуть день-два, постоять, вот как мы постояли, очень хорошо, приятно. Ну, а на дольше, конечно, здесь не задержаться. Зато были музыканты в пятницу. Были, да, были музыканты, приехали турки. До полвторого ночи, пока на них не поругались, они не успокоились, спать не легли. В общем, 4 балла за Яшский пляж. Больше он, наверное, не заслужил. Может быть, хотя море хорошее. По ночам приезжают карабинеры. Что-то хотят, не знаю. Да,